Ребята, всем здорово! Сегодня будет клевый выпуск, потому что мы идем проверять самый большой, как говорят, везде, на Красной Поляне, на Роза Хуторе, короче, в целом в Сочи, на самый большой водопад Европы. Мы поедем проверять, так ли это, или это просто распиаренный ручеек. Поэтому поставьте прямо сейчас на паузу, нажмите лайк. Кто не подписался, обязательно подпишитесь, заварите чайку и погнали вместе с нами. И идем 1,5 километра пешочком до самого водопада смотреть эту красоту. Речка. И вот и начинается путь водопада. Вот люди. Оп. Вот мы на высоте 1370. Самая раскрученная такая достопримечательность — водопад Поликария. Его видно с самого низу, например, с Газпрома, очень хорошо. Вот отсюда, короче, видно очень хорошо водопад. Вот смотрите, покажу. Вот он, вот он. Высота водопада 85 метров. Поэтому пошлите смотреть, действительно ли это такой красивый водопад, или его просто разрекламировали. Началась дорога. Пока мы идем вниз, пока комфортно. Но Родион уже все очень сильно хочет спать, он обзевался. Залез к Настике. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, будем опять тащить на руках всю дорогу. Но, судя по всему, мы должны идти постоянно. Будем идти вверх. Ладно, будем смотреть. Тогда мы даже предположить не могли, насколько нам будет сложно. Горячая вот эта вот жара. Да, красота с горы заканчивается, и все, начинается маршрут в гору, видите? Итак, начинаем путь. Смотрите, выдвигаемся. Мы на часах сейчас 12:57. Фух, я уже устал. Дорога вот такая вот. Горная, видите? Все в горку. Родион на руках. Будем меняться. Посмотрим, за сколько времени мы дойдем. Тем более мы идем на задней передаче вперед, потому что у нас детки. Одного неси, второго неси. Фух. Но... я думаю, у нас получится. Пойдемте. Папе отдали, Артемка молодец. Он настоящий путешественник. Мама, я переговорюсь. Давай, программируйся. Ты что, это все в гору, что ли, надо идти? Мама, я слышу звук фонтана. Я переговорилась. Нет, сынок. Артемчик, давай, зайчик. Надай камеру, я поснимаю. Не, Артем. Пожалуйста. Не-не-не, зайчик, нельзя. Пожалуйста. Артем. Мне можно отключить пока, да? Ну, конечно. Если вы решите прогуляться до водопада так же, как и мы, первое, возьмите с собой воды и побольше. Артем, давай. Второе, это оденьте кроссовки. Мы поперлись в тапочках, и было очень дискомфортно идти, особенно таща Родиона на руках. По всему маршруту будет достаточно расставлено лавочек, где вы можете присесть и немножечко отдохнуть. Вот такой крутой подъем. Я даже не знаю, как Славик несет Родиона. Я идти не могу, даже просто уже офигела. В горку, все, в горку. Томыч, давай. Может, передохнем или? Мы всего идем 4 минуты. Уже охренели. И чтобы вы понимали, Родиона я тащил до самого подножья водопада. И оно вообще, по-моему, тяжко. Мама. Уже? Дошли, пошли.
Фу, спасибо. Мы встретили человека. Он как ангел с небес спустился и говорит: не переживайте, сейчас вы будете спускаться. И открылось второе дыхание. Да, это тяжело. Да я иду, и мне тяжело даже просто подниматься без веса Славика. Рюкзак и Родион. Еще он герой, не дает мне рюкзак. Посмотрите, как красиво. Прекрасно. Это тут такая супер тренировочка. Вроде бы дошли уже. Потому что люди. А, нет. Вот он. И от этой точки уже был виден водопад. Но до его подножия еще топать и топать. Мама! И кажется, вот он рядом. Насколько же обманчив рельеф гор, вы себе не представляете. Особенно, когда на руках у тебя 15 килограмм. Детки, потом это... А что делать? Ну вот, смотрите. Такой. Как у мадам какая. Да. Артема, ну как ты себя чувствуешь? Плохо. Устал. Ну ничего, ты молодец. Почти как уже подошли. Ты вообще очень отлично держишься, сынок. Я тебе скажу. А Лодик вообще нет. Лодик вырубился. Да. Лодик спит на папочке. Папочка. Сегодня у нас такой спорт марш-бросок. Да, я думаю, без учреждений вообще можно гулять весь день. Весь день наслаждаться. А вот с ребятишками, конечно, уже приходится попотеть. Ты сортаж, это бабочка. Бабочка, да, пойдемте. На этом ране, когда я с вами был. Такая живописная тропа красивая. А что такое? Артем, не трогать не надо ничего. Если мы подойдем сейчас поближе, я, наверное, прям с Родионом в этот водопод. Водопод. Вот мы идем на водопад, а Славян сейчас водопод. Водопод со Славяна сейчас выходит, да. На Родиону пофиг, он хочет спать, ему все равно. Да, конечно, Слав. Только ты его наклони маленько голову на плечо. Пусть летают пчелы, давай быстрее. Чем, пойдем быстрее? Конечно. Под ноги смотри. И вот уже который раз мы видим этот водопад перед глазами, но до него еще столько идти. Вы не представляете, какое желание у меня было побыстрее дойти до этого водопада и просто рухнуть на землю и отдохнуть. Смотри, взрослая бабушка, детская бабушка. А Артемка вообще молодец, всю дорогу сам, поэтому для него жирный лайк. Осторожно, впереди обрыв. Разведение костров запрещено. И вот что к нему прям подойти, это вот надо еще вот это. Да, видишь, люди споласкивают ноги, умываются. Да, схвачи. Пойдем сейчас повыше, ноги схвачи, пойдем повыше к водопаду. Артем, идем. Ну, чтобы подняться, надо вон туда идти. И вот впереди нас ждал последний участок пути. Но он был по-настоящему самый тяжелый, потому что он находится на открытом солнце и уходит резко вверх. А дальше пойдет путь подъем к самому водопаду. Здесь вот все передыхают, отдыхают.
Вот, дальше видите, такая тропа уже начинается. Тропа, и прямо к подножию водопада можно подойти. Собственно, мы сейчас это и сделаем, а там, наверное, мы отдохнем. Телефон. Смотрите, как красиво. Да, огромнейший водопад, конечно. Есть что сказать, Вячеслав? Ты проделал в такой путь. Смотрите, сколько туристов. Нам осталось чуть-чуть. Ой, турист, ну туристы вообще. На самом деле мы были там еще более-менее свободное время. Это было 20 августа. Ну да. Ну мы туда точно не пойдем. Я бы маленько где-нибудь смочилась бы. И скупнусь, чтобы фотографироваться. Наоборот, можно упасть с обрыва там лично. Снимай рюкзак, давай, наложим, пусть спит, лежит. В общем, водопад неполноводный. Называется штаны, вот одна часть, вот вторая часть. Но, видите, сейчас жарко очень. Сейчас пойдем с Артемом повыше поднимемся. Артем, пойдем сходим. Пойдем сходим. Папа, что мама тебе сейчас, говорила? Сейчас, подожди, пускаем. Папа, что мама тебе говорила? Ну что, он не полноводит? Пойдем. Забирайся очень аккуратно. Ты зря с собой взял, кстати, бутылку. Очень зря. Ты вот упадешь и опять клюнешь. Пойдем. Домой. Я налью водички и попью. Ой. Ой, классно. Аккуратно, очень аккуратно поднимай. Давай. Не-не-не, нам сюда. Ладно, пойдем по камням, так интересней. Сможешь забраться? А? Нет, и только надо быть не смелым, а очень осторожным здесь. Потому что это горы. Там, давай, не туда иди, вон туда. Артем, вон туда. Да. Короче, Артем Смирчак. Я оставил все-таки Артема внизу. С ним я пойти не рискнул. Так высоко, тут опасно. Мошки, травы всякие. Пойду один. Посмотрим, куда дойду. Опа. Вид, конечно, открывается шикарный. Вот он. Вот отсюда картинка разворачивается, конечно, гораздо лучше. Вот кто захочет подняться повыше, конечно, лучше это делать в кроссовках, а не так, как я это делаю в тапочках. И, в принципе, можно. Сейчас пойдем поднимемся, посмотрим. Да, посмотрите. Ребята, молодцы, что досмотрели этот выпуск до конца. Теперь вы точно знаете, как выглядит большой водопад, один из самых больших в Европе, Поликария. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайки этому выпуску. Я думаю, так как мы шли сюда с детьми, этот выпуск точно заслужил. До новых выпусков.